меня шажах. О, вы что, тупые курицы? Да. У меня тут, короче, я сейчас приду, погоди. Пойду за новым телефоном. Ой, iPhone 7. Ты сейчас. Что? Алло, я тут, короче. Мам, сколько этот телефон стоит? Я тебя сейчас разобью. Зачем ты его бьешь? Зачем ты его бьешь? Я не пойму, папа. Слышишь меня или нет? Да. Что ты делаешь? Я спрашиваю. Ты что? Ай! Ладно, давай. Дорогие друзья, прежде чем начать этот видеоролик, хочу сказать о том, что вы можете получить бесплатную админку на сервере. Что для этого нужно? Да всего лишь зайти на сервер и сделать со мной скрин и выложить его в группу сервера. Там все описания, все рассказано, как сделать. Это прикольный, считаю, конкурс. То есть я сам буду лично отбирать тех, ну и моя команда, кому мы хотим дать бесплатную админку. То есть я стою на сервере здесь. Ну, я часто буду играть на сервере весь день после того, как выложу видео. Поэтому вы можете заходить сюда, делать скрины и выкладывать в группу. И у вас есть шанс получить бесплатную админку. Все находится в описании под видео. Смотрите, играйте. Значит, вот чувак уже пишет, который раз приучу, дам много вишой, звоните в Skype Фрела. Сейчас я ему напишу. Так, я типа невидимый. Вы невидимый, а вот его дом, я знаю уже, что здесь он живет. Сейчас, вон он, бомс один, сейчас. МСГ, бомс один. Я хочу тебя добавить. Вот, я хочу тебя добавить. Я не знаю, медленно отвечать в личку, без понятия. Я хочу тебя добавить. Ну давай. Он меня, если что, он не видит. Я невидимый. Это я вижу меч, если что. Меч он мой не видит. Это я его вижу. Ок, в Skype добавь и звони. Ну, видимо, он не умеет личку писать. Хорошо, какой у него Skype? Фрел 1. Сейчас, секундочку. Все добавил, я вижу. Алло. Алло, привет. Привет. Это... Бомж один, да? Правильно? Да, я чё? Фрел один. Да. Ну, ты писал, что ты что-то приючишь и дашь? Да, чё, приючу тебя и чё? Ну, чё и чё? И дашь, ты сказал, много ресов. Да, мы чё? Ну, ничего, я просто думал, поиграем тоже вместе, как бы. Чувак, короче, давай без лишних вопросов, ТП ко мне. Хорошо, я тут уже недалеко от твоего дома. Давайте кал напишу, да? Я рядом с твоим домом, я поэтому видел, что ты пишешь. Я тебе написал. Ага. Чё за Седжи? Какой ник такой, какой-то странный у тебя. А чё тебе ник не нравится? Нормальный ник? Не знаю. Так, всё, я здесь. Короче, слышь? Угу. О, ты вот он. Так. Короче, смотри. Да, давай. Видишь, вот это моё пианино? А, ну пианино вижу. Смотри, вот видишь, я им играю. А, подожди, сейчас я звук себе включу на этом. А, у меня есть звук, да. Ну-ка, поиграй еще. Вот, видишь? Да. Я сказал, видишь? Вижу. Присмотрись хорошо еще раз. Сюда иди. Видишь, это моя ферма. Что здесь так народу много в доме? Не знаю. Видишь мою ферму? Ну, вижу эту ферму. И потоптаешь ее, я тебе башку сверну, понял? Не хочу это. Ты что, зачем дурак меня бить, что ли? Я тебя понял? Да я тебя понял. Ты мне я леса смотри. Сейчас. Вот, видишь моя сокровищница? Вижу. Хочешь, пойдем туда? Хочу. А, прошел, да? Заходи. Ой. А что я пройти не могу? Заходи! Да не, пройти у тебя народу много. Смотри, короче. Вот это, вот тут алмазы, вот тут броня, вот тут вещи, вот тут всякая. Я не могу с ним посмотреть, у меня. Я же не в регионе. Встань вот сюда, пожалуйста. Ресы мне когда дашь? Ты склон... Да там, сейчас, встань. Повернись, я тебе дам ресы. Куда повернуться тут? Смотреть больше некуда. Даже на стенку, блин, я сказал. Зачем? Повернись, а! Ну? Еее. Ты зачем это сделал? Просто так. Нет, ты зачем меня убил? А чё, хочу убивать, не твое дело. У меня там пропало кое-что. Что? Какая-то... Ну зачем ты это сделал, скажи? Что я сделал, а? Ну ты-то меня сейчас убил, загриферил. Как я тебя убил, загриферил? Чё ты врёшь? Ты больной, что ли? Ты мне ты сейчас... Ты больной. Ты сказал ресы, да, что ни хера не дал. И ресы я тебе обманул, мне твои ресы нужны.
Ну и вот дожди, я тебе кол пропишу еще. Не хочу, ну ладно, давай. Че надо, на! О, просто у меня ресы не упадают, понимаешь, у меня... Да ты дурак, у меня ресы не упадают, я так дам ресы. Почему у тебя ресы не упадают? Да ты дурак. Че дурак, а? Они... Че? Ты больной, что ли? Зачем ты это делаешь? Ты грифер. И че? Ну, я на тебя жалобу подам. И че? Стой, погоди. Пропиши еще раз. Кого? Я... Ой, ну, прими, пожалуйста. Я тебе сейчас вот, хочешь, я дам 10 алмазов? Нет, мне нужно миллион, миллион. Зачем тебе миллион-то? Я сказал миллион. Где ты? Ай, кто меня молния шарахает? Я не знаю, кто тебя молния шарахает. Кто меня молния шарахает? Я не знаю. Ты где? Я дома. Дома? Оль, а вы что, тупые курицы или что? Чего вы меня шарахаете? А ты дома? Тебя дома. Бьют, что ли? Тебя дома прям бьют? Да. Кто меня убил? Ты умер, что ли? Да, меня убили, тварь. Кто тебя убил? Не знаю. Это админы меня убили, они мне вещи пёсы забрали. А у тебя есть еще ресы? Нету, это эти гниды кончились. Подожди, тебя админы убили прям? Да, собаки эти убили. Что же они делают-то? Ё-моё, они что, вообще могли? А что они тебя убили-то? Блин, читерил. Читерил, не читерил, без разницы. Грифер, грифер, нет, блин, сразу надо убивать. Ты, наверное, что-то ошибку совершил. Кто меня молния шарахает? Не знаю, ты, наверное, потому что... Чего не знаю? Чего ты сидишь, не знаю? Откуда я знаю? Тут больной... Где ты, на сервере или нет? Я на сервере, так ты кол мне даже не принимаешь. Давай отправь, я приму. Ой, сейчас. Сейчас, я просто на спавне, ты не принимал. Да, да, на спавне. Я видел, тебя не было. На, на. Почему я тебя бить не могу? Почему не можешь, ты больной? Зачем ты мне... Ты... Бейте его, ребята мои, молодцы. Он не бьет меня. Сейчас забьет. Зачем на, ты, на. Ты меня бьешь, дурак, что ли? Сколько у тебя хп осталось? Зачем ты меня бьешь-то? Ты что, офигела? Трогать меня. Ха, да хватит меня бить, придурок. Тебе и так уже жалко. Че, придурок? Ты зачем меня бьешь? Мне ресы твои нужны. Ты что, офигел молнией меня бить? Я тебя бью. Да, я вижу, у тебя какая-то хрень в руке, ты меня молния бьешь! Хрень обычная. Меч у меня. Я тебе сказал, не бей меня молнией! Нет, ты, я понял, ты чё, грифер. Нет? Я на спавн. Ты куда свалил? Я на спавн. Какой спавн? Зайди, смотри, админы пишут, зайди все в это, с сундуками. В комнату. Заходишь? Двери откройте, блин. Зашел и чё? Ну, зашел? Да. Зачем туда зашел? У тебя много там рез? Да. Нет! Где мои ресы? Какие ресы? А что это 70? Я думаю... Нет, а ты сделай скрин своих ресов, всех сундуков. Ну, сделай, что? Они есть, да? Все хорошо. Нет, нету. Как нет? Ай, помни, больно, ай. Почему тебе больно-то? Да мне больно. Что, у тебя нормально все с ресами? Нет. Почему нет? Чувак! Что? Ты зачем? Ты админке, что ли, пожаловался этой тупой администрации? Ну, я отправил им скрин, конечно. Нахрена? Я тебя просил? Так ты нахрена меня убил-то? Я тебя сейчас возьму за баню, куплю здесь за пятихатку себе админку и забаню тебя. Я? Один сундук у меня пустой, ну ладно. Зато у меня один сундук остался. А как твои эти... Эй! Дашь мне посевы с плантации? Нет. Не дашь? А почему? Они же у тебя Чего? Были, я видел. Кого? Кто? Я видел, у тебя плантации были. Не, чувак, дом мой не трогать, тронешь, я тебе люлей вставлю, а я пошел куда схожу. Куда ты пошел-то? Ты чё в чате пишешь? Я в чате пишу, ну, я нечаянно написал. Ты куда пошел-то? Ай, кто мне хреначит, больно. Почему мой дом разносит? Твой дом разносит? Нет, сказал. Эй, а почему меня кикнут? А чё написано, что тебя кто-то кикнул? Кто меня с собакой кинул? Кикнул. Кто тебя кикнул? Не знаю, мне кто-то кикнул. А нахрена тебя кикнули? Не знаю. Я не знаю, кто тебя кикнул. Слышь? Ты дома? Ты дома будь, и тебя не будут кикать, дурак. Пусть мне только чуваки не банят админа, а то мне просто... Эй, чё с моим домом? Чувак! Кстати, я к тебе домой сюда пришел. Что здесь происходит? Где ты? Я вот. Где? Вот. Собака, иди сюда. Я тебе сейчас дом сломаю. Морду сломаю. Как?
А это ты! Ты дурак? Чего я? Да ты, у тебя топорик, я видел. И что? Я добывать должен дерево как-то. Зачем ты сломал мой дом? Догони меня. Ты догоню, легко догнал, и можешь, чё? Можешь догнать меня, да? Да. Смотри. Опять тебя кикнули. Да кто меня кикает? Вы чё, нахрен охренели или чё? Ну, я не знаю. Вот. Написали так... причину. Я понял, это ты. Ты админ этого сервера говняного. Говняного? Наверное. Я не знаю этот сервер какой, но я ещё на нем первый раз играю. Ты грифер, ты меня убил, не люблю гриферов, понимаешь? Кто меня забанил? Я тебя забанил. А, ну ладно, чувак, у меня тут, короче, я сейчас приду, погоди, я пойду за новым телефоном. Ой, iPhone 7 куплю себе, купил. Сейчас. Единых. Чего вас так много вообще, откуда взялись здесь? Никита Мэйн, привет. Колян, привет. Ворикса, привет. Наруто, привет. Алло, я тут, короче. Мам! Сколько этот телефон стоит? Я тебя сейчас разобью. Зачем ты его бьешь? Зачем ты его бьешь? Я не пойму, папа. Ну-ка поговори. Что, не пойму. Что, обалдел, что ли? А ну-ка сюда. Ты что сделай совсем? Так, ты что? Я чего его покупала? Я не пойму. Что не надо? За что ты его бьешь, телефон? Ты слышишь меня или нет? Да. Что ты делаешь, я спрашиваю? Зачем? Ты совсем что ли, а? Ты чё? Ай! Ты чё творишь? Что это такое, я спрашиваю? Да. Чё ты поргаешься? Я не пойму, что это такое, а? Мне вообще не нужно. Ладно, ладно, давай. Ты куда? Всё пропал? Да-да-да, пока. Помните о конкурсе на сервере, IP в описании, заходите. И сейчас я прям при вас поставлю здесь сет вар АГ антигрифер. Вот. Я пишу здесь, приходите сюда, на сервер, и вы сможете прям увидеть этот дом. Сделать здесь скрины. Всех жду, и если что, то я на спавне, делайте скрины и получайте админки. Всем спасибо, всем пока. IP в описании.